Никита Микрюков, Приволжский федеральный округ. Далер Шариматов, Уральский федеральный округ. На втором татами победу одержал Алихан Балкизов, Северокавказский федеральный округ. На второй татами приглашаются Никита Мигрюков, Приволжский федеральный округ, Далер Шаниматов, Уральский федеральный округ. На третьем татами победу одержала Ксения Самарина, Центральный федеральный округ. На третьей татами приглашаются Людмила Лишенко, Северо-Западный федеральный округ, Анита Гнатюк, Южный федеральный округ. На третьем татами готовится Ирина Норовила, Москва, Анастасия Ильина, Санкт-Петербург. На втором татами готовится Максим Жердев, Москва, Давид Дзебисов, Северокавказский федеральный округ. Thank you.
На втором татами победу одержал Далер Шаниматов, Уральский федеральный округ. На второй татами приглашаются Максим Жердев, Москва, Давид Зебезов, Северокавказский федеральный округ. На втором татами готовится Леон Даров, Южный федеральный округ, Никита Ключенко, Северо-Западный федеральный округ. На третьем татами победу одержала Людмила Лишенко, Северо-Западный федеральный округ. На третьей татами приглашаются Ирина Нараева, Москва, Анастасия Ильина, Санкт-Петербург. На третьем татами готовятся Камила Киможап, Сибирский федеральный округ, Феодосия Богданчикова, Северо-Западный федеральный округ. Thank you.
На втором татами победу одержал Давид Дзебисов, Северокавказский федеральный округ. На второй татами приглашаются Лев Даров, Южный федеральный округ, Никита Ключенко, Северо-Западный федеральный округ. На втором татами готовятся Александр Плашков, Санкт-Петербург, Яков Лавров, Южный федеральный округ. Татами победу одержала Анастасия Ильина, Санкт-Петербург. На третьей татами приглашаются Камила Иможапа, Сибирский федеральный округ, Феодосия Богданчикова, Северо-Западный федеральный округ. На третьем татами готовятся Татьяна Гузун, Центральный федеральный округ, Евгения Павлова, Приволжский федеральный округ. На первом татами победу одержал Артем Бакин, Сибирский федеральный округ. На первый татами приглашаю.